Это программа Prime Time. Говорим о наиболее актуальных событиях сегодняшнего дня. Переходим к главной теме. Где жить студенту? Более 17 тысяч мест не хватает в студенческих общежитиях страны. Наибольшая потребность в Астане и Алматы. Иногородние студенты вынуждены искать крышу над головой в съемных квартирах, хостелах. Ожидается, что до конца года построят 44 новых общежития. Но и этого, к сожалению, будет недостаточно, чтобы решить данную проблему. Легко ли быть молодым? О старой боли нового поколения рассказывает в следующем сюжете наш коллега Ануар Абдрахманов. Жан Сауле несколько лет назад приехала в Астану с мечтой стать журналистом. Поступила в университет имени Льва Гумилева и сразу же столкнулась с препятствием. Места для нее в общежитии не нашлось. Мне пришлось снимать квартиру, а это накладно. Совмещала работу с учебой. Навряд ли я бы справилась без поддержки родных. Прошло несколько лет, но ситуация не сильно изменилась. В последний раз большие капитальные инвестиции в академическую инфраструктуру были сделаны еще в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Сегодня больше 17 тысяч студентов вынуждены снимать квартиры или жить у родственников. Особенно остро стоит вопрос в мегаполисах Астане и Алматы. В этих городах студентам труднее всего. В общежитие заселиться – большое везение, а цены на съемное жилье – заоблачные. На сегодняшний день ведется строительство общежитий. В течение этого года было запланировано ввод 44 общежитий. На сегодняшний день 33 общежития уже введены в эксплуатацию. Но в целом до конца года планируется ввод общежитий на 10 367 мест. Казалось бы, проблема решается. Государство до конца этого года, то есть уже к январю, обеспечит местами в общежитиях больше половины тех, кто в них так нуждается. Однако не все так просто. В начале нулевых в Казахстане случился бэби-бум. Родившиеся тогда дети, сегодня уже студенты. По прогнозам, к 2030 году в вузах Казахстана студентов будет уже больше миллиона. Учитывая эти обстоятельства, профильное ведомство готовит поправки в закон. Теперь будут выставляться очень жесткие требования к высшим учебным заведениям по 100% обеспечению общежития, фондом общежитий вновь поступивших и 70% в целом, чтобы была потребность закрыта. Это уже будет требование законодательства. Мы сейчас прорабатываем все необходимые нормативно-правовые документы, сопутствующие приказ, соответствующие министерства. Теперь выдача лицензии, это квалтребования так называемые, будут учитываться вот это обязательное требование. Вузы не смогут больше осуществлять свою деятельность образовательную при условии, без соблюдения вот этого обязательного условия. Решать проблему планируют с помощью бизнеса. Так, предприниматель, согласившийся отдать свой отель или хостел под нужды казахстанских студентов, будет получать государственный заказ. За проживание одного человека государство готово платить 230 МРП в год или чуть больше 580 тысяч тенге. Соответственно, те люди, у кого есть, например, там гостиницы или хостелы, и они будут же каждый день, например, искать клиентов, кто будет там проживать. А здесь получается, если он построил студенческую общежитие, если он заключил с финансовым центром, с университетом контракт на поселение студенческой молодежи, и, соответственно, ему это выгодно, он в течение года стабильно будет получать доход. Но куда важнее, чтобы студентам и не надо было ехать из региона в мегаполисы за лучшей жизнью и знаниями. Сделать это можно через открытие филиалов ведущих международных вузов в областных центрах. Но и тут удивительным образом новые возможности порождают новые проблемы. Так, например, стоило открыть в Петропавловске филиал Университета Аризоны, как там заговорили о нехватке мест в общежитиях. Пора перенимать зарубежный опыт, чтобы действительно студенты и ведущие университеты как бы находились вот в таких маленьких городах, и в то же время, чтобы они как кампусы работали, да? Чтобы вот университет и профессорско-преподавательский состав тоже проживают в данном кампусе, и студенты, где созданы все условия, и материальная, техническая база, инфраструктура университетов, чтобы соответствовали мировым стандартам.
В Казахстане не первый год говорят о важности развития человеческого капитала. Мол, нужно, чтобы светлые умы не уезжали из страны. В этой связи создание комфортных условий для жизни и учебы казахстанских студентов – приоритетная задача государства. Ведь, как говорил Бенджамин Франклин, инвестиции в знания всегда приносят наибольшие дивиденды. Ануар Абдрахманов, Мирам Джунусов, 24 KZ.